Петь, привет. Ой, девчонки, привет тоже. Красавец, Петя. Петя подглядывает там у нас. Че, где дети? Дети уже уехали в другие зоопарки, они уже большие были, в принципе. Они уже здоровые выросли. Лизу вообще нельзя воскормить, ну нельзя. Петя, ты что это? Жон прессуешь? Новый год же наступает, это семейный праздник, нельзя прессовать жон. Красавец. Деловой карась. Привет, кот в теплых зимних носках. Здравствуй. Здравствуй. Лапу-то дашь? Задумчивый такой. Все тебя очень любят, да. Все очень ждут. Видел с твоим участием в главных ролях. Никак иначе. Смотрите, какой хвост слева. А кстати, в Москве у них это Барса же не было. Помнишь, что картинки его были? Даже в Москве Барса нет, у нас есть. Да, он любит сниматься. Привет! Не пугайки еще так. Где мои шлёчки? Дела. Ты красиво улыбаешься всегда. Да. Все любят, как ты улыбаешься. Смотреть. Да, Ермак, не получилось найти подругу в уходящем году. Надеюсь, в следующем что-то сдвинется с мертвой точки. Но надежды что-то все тают, тают. С каждым месяцем, да. Да, вот такие дела. Вас стало очень мало. Благодаря нам же, к сожалению. Ну и тоже, видимо, научной прогрессивной деятельности зоопарков по сохранению барсов. Вот так сохраняют зоопарки барсов, что некоторые до сих пор живут одни. Ну что ж делать? С наступающим тебя, Котя. С наступающим. Тихолёщий. Да. Ты очень умный кот. Очень умный, интеллигентный зверь. Упитанный в самом расцвете сил. Как Карлсон. Даже лучше. Все, наобщались. Сейчас на домик, наверное, прыгнет. Нет, туда пошел. Вообще предсказывать действия Ермака очень тяжело. Практически невозможно предсказать, что он будет делать через 5 секунд. Но этим он и интересен. Непредсказуемый кот. Красивый и непредсказуемый.